Авария вышла хоть и несерьезная, но для владельца Ниссана она обернется большими хлопотами. Все дело в том, что мужчина, а также его попутчики в нашем городе проездом из Москвы. Никто из людей не пострадал, но сама поездка была омрачена как аварией, так и долгим ожиданием приезда сотрудников ГАИ. Ну, ехали, мы двигались, слышу удар, шлепанье такое, было ощущение, что как будто колесо лопнуло. Когда повернулась, смотрю, парень нас как бы немножко таранит и выворачивает руль в другую сторону. Оказалось, что причиной потери управления стала техническая неисправность. По предварительным данным, у Nexia заклинила рулевую колонку. Впрочем, благодаря опытности водителя Ниссана, повреждения обеих машин удалось свести к минимуму. Не очень сильный удар, но мы как бы продолжали двигаться, потому что, ну, как водитель объясняет, чтобы он не протаранил нам всю сторону. Мы ждали, что когда он затормозит. Даже то, что водитель Nexia признал свою вину, не облегчит получение выплат по страховке. И в Казани всей компании придется, видимо, задержаться. Лисан Атыпова, Искандер Тулбаев, Альберт Даминов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.